Тайские спецслужбы перехватили крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина. Груз оценивают в 22 с лишним миллиона долларов, больше миллиарда рублей. 700 килограммов льда, так вещество называют на улицах, изъяли 28 марта в провинции Чумпхон. Его произвели в Золотом треугольнике, горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса, известных своими нарколабораториями, и планировали переправить в Малайзию. Задержаны 4 человека. Тайские власти утверждают, борьба с запрещенными веществами с каждым годом ведется все жестче. Контроль за оборотом наркотиков постоянно совершенствуется. Сейчас полиция увеличила количество контрольно-пропускных пунктов и установила на них камеры видеонаблюдения. Рынок метамфетамина разросся до угрожающего уровня в Восточной и Юго-Восточной Азии. Управление ООН по наркотикам и преступности назвало лед самой опасной глобальной угрозой среди всех амфетаминов.